Сколько партий? Ну ладно, сейчас подумаю попозже. 5, 4, 9. Давайте-ка сразу D5. Еще 3, да, или сколько? Ладно, все, что-то я уже совсем запуталась окончательно. Головато. Так, А6. Пошли уже какие-то дебюты. А, ну все равно, да, сейчас принятый будет. Конь c3. Так, ну что? Конь f6 Слон только надо. вышел. Конь d7, да? Нет, тут Слон коня только на вышел. c6 вроде ставит. Слона на d6. Связка немножко напрягает. Ладно, так пойду. Что насчет хода Е5? Насколько это угроза? Может, и угроза. Вернусь. Е4 нету, съем на F3, съем на D4. Так, Е4 Ну, нельзя. вроде Взял. И конь черные D4, слон уравняли. H2. Сейчас проведу Вон так Е5 придется. в какой-то момент. Да, Е5 будет проводить. Если я поменяю. Так, вот прямо в этот. Взял на Ну, Е5, e2 и D5 e5. поставлю. Напал на пешечку. Е4. И конька на f4. А слон выйдет на c5. Вот так. g3. Так, так, так. Коня на c4 не пустил. Во время отстаю, но я сейчас b4 хочу вызвать, чтобы поле получить. А что Напал там, на берем, пешку. берем. А! Ха. Берем, берем, обрадовалась. Так, а это неохота мне отдавать на h3-то. А то мне мат поставит где-нибудь. Пока не берем ничего. Не пустил Давайте коня ни ладью на сюда. c4, ни на a4. Хотя нет. Шутка. Так, ну что, пошли ставить мат. Ладья 5 может быть. Ладья 5. Оба 4. Ладья b5. Нет, там висит конь. Так, b4. Конь ушел, а gfg. Коня вот сюда, может быть, направим. Так, отошла. Повели лошадку на c5. Ой! С этой стороны Да блин, чё ж отдавливаем. я делаю-то, а? Чё ж я зеваю на e5-то, а?
На Конь d6 земля, c5, да? нет хода. Так, Так. конь d6, cd, ладья d6. Дальше мне что делать? Ладно, конь d7. Конь d7. Пешку я себе беру, что будет? Ладью буду заводить на а2. Да. Блин, ладью Да, ну зевнул. тут он Да. Что-то 3-0 зевнул, Ромал что Юрьевич ладья-то совсем висит. посыпался. Так, ну тут пешка лишняя, должна быть позиция-то выигранная, наверное. Соберись. Так, ну что, поехали дальше.